Нават под час дымок амаль палова велосипедистов не спешивается перед пешеходным переходом. Это подтверждено и официальной штрафной статистикой ДАИ. У нас в городе в текущем году привлечено к ответственности 267 велосипедистов, в области около 2000. И самое частое нарушение – это когда велосипедист пересекает проезжую часть по пешеходному переходу, не спешившись, то есть на велосипеде. Либо движение. И второе основное нарушение – это движение по проезжей части при наличии рядом тротуара. Нагадывать велосипедистам важные правила дорожного руху будут специальные таблички на пешеходных переходах. Радио Могилёв в этом году исполняется 20 лет, и мы решили в честь своего 20-летия сделать что-то важное и полезное для города, и, если получится, что-то даже и для области. Вот начинаем с 20 табличек, которые напоминают пешеходам и велосипедистам в первую очередь о правилах дорожного движения. Новые знаки разместить на самых оживленных перекрыжованиях центральной частки Могилёва, а так само Казимировцы, Задняпроуи и на улице Лазаренки. Спешиваться перед пешеходным переходом – одно из главных правил дорожного руху для велосипедистов. И, бодай, жизненно важно. Экономия часу при руху без припинков незначная. Чи варте это ризики? Здається, не. Катерина Балукова, Миколай Соболев. Новини региона.